эфире канал «Наш Пахтейна». Сегодня, 19 апреля, пройдет финал интеллектуальной игры по математике, в которой будут соревноваться победители предыдущего этапа «Казань» и «Черновцы». В первом этапе играло 7 команд городов, из которых в финал прошли только 2 команды – «Казань» и «Черновцы». Правила в финале остались такими же – 10 вопросов, 5 простых, 5 сложных и 0,1 балла за первый ответ. Единственное отличие – на обсуждение сложных вопросов в этот раз давалось 2 минуты, которые оказались очень кстати, ведь вопросы требовали вдумчивого и тщательного обсуждения. К середине финала игра достигла такого накала, что наш компьютер не выдержал и отключился, но силами технического специалиста неполадку удалось быстро устранить. Однако эта ситуация никак не повлияла на настрой наших ребят, и они с большим отрывом вырвались вперед, что помогло одержать им уверенную победу. На самом деле очень классно было, и мы узнали много новых задачек, и очень круто, что мы победили в ней. Да, поначалу она как-то не клеилась, мы ответили на несколько вопросов вообще неправильно и где-то далеко от правильного ответа, но потом мы вырвались и практически в 2 раза набрали больше баллов, чем наши соперники. Окончилась игра, и ученики школы номер 12 стали абсолютными победителями всей игры. Мы и не сомневались, что вы лучше. Но я же говорил,